данном видеоролике компания «Электромотор» представляет порошковый огнетушитель ОП-50. Технические характеристики. Вместимость 50 литров. Масса заряда 45 килограмм. Огнетушитель порошковый закачной ОП-50 предназначен для оснащения подразделений пожарной охраны, защиты хозяйственных объектов, транспортных средств в качестве первичного средства тушения пожаров класса А, Б, С и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт, в местах с температурой окружающей среды от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Технические характеристики смотрите на экране. Чтобы воспользоваться огнетушителем ОП-50, для начала нужно подвести огнетушитель к очагу возгорания, развернуть шланг с насадкой и распылителем, направить насадку на пламя. Товар сертифицирован, имеется соответствующая документация. По вопросам покупки данного оборудования обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 5 300 3 8.